Как жаль. С документом, ты играешь правильно. Если у тебя на маркер, на груди, не точно. Ладно, в следующий раз пообещайте. Ладно, расскажите, как дела? Все супер. Травм нет? Готовимся. К чему? Ты готовишься? Тьфу-тьфу-тьфу, нет. Ты сейчас... К дереву. Офигели совсем, смотрю. Да, правильно. Смолончики растут. Немножко подальше, да? Не, смолончикиновый теперь. Спасибо. Я не вписываюсь. Смолончикиновый. Нет, смолончикиновый. Пацаны, пацаны. Что я играл? Я нормально был, пойду с колоссом делать. Я реально... Нет, Николя! Оливье Дерчи, голова, голова, гол-гол. Давай! Саран встречает, ну что? Стопка, брат. Макарич, попробуй, только без лезгинок, я тебя прошу. И на другого живу. Чтоб под руку попал. Вы в туалет собираетесь, что ли? Нет, мы собрали. Это можно? Сейчас. Это не усадик, это вообще-то у сына. Это дюбинатор. Это сама мочь, я понял. Мы вот здесь. Блин, и на шапки давай. Я не расписался. И на шапки давай. Артем, везде. Абсолютно Артем, везде. Артем, везде. Абсолютно везде. Здесь красиво. Абсолютно везде. Спасибо. Можно фото? Пожалуйста. Я у Джеки отберу. Набрать от него поезд. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Давай! Давай! Что? Газик и Джика. Джикуля. А, давай, честно, солидно, вон он сделал кувырок. Я не солидно. Кто? Ты должен сделать. За что? Ну не зубов, зубы хорошо дал. Там видно было. Фото сделайте, фото. Вот так, чтобы видели. Фото сделал? Поближе, чтобы крупнее было. Да. Свой твиттер выложу. За счет Головина попиарить. Все-таки у нас лучше, да? Тор диетический, поэтому, Саш, давай нам тушить. Давайте. Раз, два, три. Во Франции обессилел, да? И давай с улыбкой. Только смотри, я говорю, начали, ждешь 2-3 секунды и показывай. Как получается, так начали, я так показываю? Что-нибудь такое? Озвучка. Нормально сейчас было? Чего у нас не было? Не, я типа звук, а он... Давай рот открой, я... А кто забил из вас? Дара, походу, да. Погнали. Дара! Это тяжело. Вчера на поле выбежала болельщица. Ее достаточно долго просто не могли поймать. Как оценивать ее физические кондиции? Как вы сами заметили, если ее там долго не удавалось поймать, видимо, неплохо выглядела. Физически явно лучше, чем многих стюардов, наверное. Стартовая скорость, то есть. Стартовая неплохая. Не только скорость, и форма, в принципе, неплохая была. Причем знаю, ну, вернее, я видел, что это, насколько я понял, типа вторая половина нашего соотечественника, который живет в Америке, и там клон Пранкер, кажется, и который тоже в свое время выбегал там во время кого-то матча. Ну, то есть, типа, такой couple goals. Определенная гордость присутствует. У меня? Ну, в связи с тем, что он соотечественник, может. Если у вас, я не думал об этом, у вас присутствует. Нет вопросов.
Ну, я вам тоже встречную поразбил. Вас присутствовал? Я его не знаю, мне трудно, тяжело сказать. Не следил за творчеством. А вообще, вот как акция такая, ну, девушка в купальнике вместо там какого-нибудь человека в кепке, фуражке, это творчество? Ну, это всяко лучше, потому что, как бы, чем, условно, какой-то в нетрезвом виде агрессивный болельщик выбежит. Такая была история. Под один фотограф слишком назойливо фотографировал, ему об голову камеру сломали. Ты запиши, я сейчас суди, я покажу. Угрозы. Ой, под водички налепить хочу. Жарко, слишком жарко. Прическа все время классная у него стоит. Говорят, минут 20 уделяет. 5 минут, брат. Минут 20. 4-3-4. Пацаны, вы Ержан, один день сегодня, скажи. 4-3-4, Ержан. Взяли, испортили. Все заново переписывать целый день. Тут нету пал. Трезать не вариант. Урок, ребята. Все, выигрываем, выходим. Молодой дарование Ивана, снимай. Вот он. Я старый, да? Нет, зад уже не интересен. Идем, да? Сейчас все за Ваньком больше наблюдают. Взглядом проводил. Намертво взял. Смеялся минут 5. Клиент. Ай, затрясло-то как. Мне что, встать, что ли, парни? Встань, лежи. Ваня! Не, а кочку видели? Лунёв в меня вселился. Так, кто? Ага, Джеки Чан. Да потише, давай. Зашел. 3-0. Брат, я не знал, давай перебью. Он не знал, Дю. Ну, по-русски не знает. Да вот это, пожалуйста, оставьте на видео, вот это. Вот я просто смеюсь над его ударом. Спокойно! Как я? Один чемпион. Девочки молодцы. Все равно Эльвирочка в очко бросила, видно, не засняли. За место в женской сборной ты уже выиграл. Нормально. Держи последний. Даже с меня проиграл девочку. Даже с меня парализовало бы. Даже с меня. Сколько девочек можешь выигрывать? То есть все предыдущие, кого я брал, ты хочешь замечу. Вот прямой эфир возьми туда. Еще раз повтори эту фразу. Ты, я подумал, ты будешь разговаривать с президентом «Зенита». Со всеми другими. С Лунёвым и со всеми. В России, да вообще в мире нету, кто меня обыграет в эту игру. Так, Тём, я тут щитки нашел. Можете пригодиться? Это мои щитки-то вообще. Спасибо. Теннис там, не знаю. Большой теннис тоже лучше не суваться, молодцы. Но там тебя жира порвет просто. Кто? Жир. Жирков. Какой Жирков? Юра Жирков, он тебе большой теннис схавает, ты че? Ну давай замажем с тобой, ничего угодно, на миллион курков. Что ты сломаешься, ты че? Жирков через 5 минут умрет уже. А игра-то будет 5 минут. Искусственное дыхание будешь ему делать ты сам. 5 минут сегодня. Жирков, такой Жирков не подписывал, сейчас сам, если услышит об этом, упадет в лоб. Я тебя в вопрос. Все, включайте, давайте, вы сам себе режиссер.